Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор новинок 9-го каталога Faberlic, и не только новинок. Сегодня буду краситься в оттенок 5.46 Faberlic Expert Color, артикул 180-31. Мы уже с вами красились в этот цвет, немножко пониже есть ролик на эту тему, мне очень понравился, вам тоже понравился, я заметила, поэтому решила повторить. Буду в краску добавлять вот эту ампулу, ампульный концентрат. Так, артикул 83-43, это у нас для глубокого восстановления с маслом Амлет. Вот как она выглядит, это ампулка, мы ее с вами достаем, вскрываем, да, надламываем и выливаем в краску при покраске головы. Так, что у нас еще с вами по плану? Много чего по плану, новинок на самом деле много, поэтому, может быть, даже будет два ролика. По мылу хотела по вот этому сказать. Сегодня мыла им руки, это у меня с пиончиком. Мыльце, аромат обалденный. Обалденный, на самом деле обалденный. Что хочу сказать, мыла с ним руки, аромат остается на руках, причем такое довольно продолжительное время. Он такой деликатный, нежненький, классный. Я не знаю, как другие ароматы, но вот это с пионом вообще классное. Прям вот смело могу рекомендовать. Очень вкусненько. И руки, кстати, мне не сушило. Я буду тестировать дальше в процессе. Обязательно напишу пост в Инстаграм потом. Кто на Инстаграм, кстати, не подписан, ссылка под видео. Проходите, подписывайтесь. Не сушило. Они были мягенькие. Вот этот аромат классный тоже на ручках оставался. Прям понравилось. Вы знаете, насколько не люблю твердое мыло, этим руки мою с удовольствием. Так, ну сейчас я буду наносить краску. Посмотрим с вами, перчатки у меня тут есть. Есть, все отлично в этом плане. Буду наносить красочку, нанесу вместе с ампулкой, к вам вернусь. Будем умываться, пробовать доктор Кор от пигментных пятен, кремушек. И буду сегодня пробовать универсальный крем с аргинином на ножке, потому что сейчас гуляем 2 раза по 3 часа в день, иногда больше. То есть всего 6 часов гуляем мы каждый день однозначно. Ноги вообще гудят под вечер, сейчас вечер. Просто капец. Крем с аргинином нанесу на ножки, вам расскажу тоже, как что. Про нейроскакалку, девчонки, вставлю вам дальше ролик. На улице всем детям понравилось, абсолютно всем. Все стояли в очереди, ждали, чтобы попрыгать в эту нейроскакалку. На самом деле круто. Покажу, как получилось. У меня у дочери получилось сразу на одной и на второй ноге. На второй чуть похуже, да. У других детей, кстати, не получалось почему-то, да. Она у нас направлена на хорошую работу двух полушарий головного мозга, да, чтобы они... У нас в основном работает одно, второе слабее, да, и вот как раз эта нейроскакалка, она развивает работу второго полушария, чтобы они работали синхронно, вместе и так далее. В общем, классная штука, ролик вам вставлю. Дочь сейчас умывалась вот этой вот мягенькой рукавичкой Биомика. Артикул не помню, девчонки, найдете по названию или предыдущее видео, посмотрите, обзор заказа, там все артикулы я называю. Она безумно мягко умывалась, ей очень понравилось. Девчонки сегодня в комментариях писали, что даже можно малышей мыть, абсолютно с этим согласна. Она очень-очень мягкая, новорожденных ей мыть можно однозначно. Я сейчас, когда краску нанесу, еще пойду в душ и буду вот эту вот тестировать, скрабирующую из серии Beauty Cafe. И уже расскажу вам, как она шлифует, полирует, насколько приятно ей проходиться по телу, да, все расскажу вам. Так, ну что, я пока буду наносить краску. Какалка. Я, кстати, ее когда собирала, вот эту вот штуку желтую порвала, потому что ее натянуть вообще нереально. Мы потом сверху обмотали скотчем. И хорошо, будет мыться лучше, потому что на нее наступают все время. Давай, шуруй. О-о-о, а другую ногу? Так-то резво. Ко мне беги только. Ой, молодец. У тебя два полушария работают нормально, не считая того, что она улетела. Ну все, молодец, еще классно. Сейчас на этой ноге, давай. Здорово, здорово, здорово. Вообще классно. Ух, супер! Мне, конечно, одной пачки краски уже ни о чем. На кончике еле протянула, и то они практически сухие. Ну ладно, будет амбре. Что хочу сказать по мочалке. Слушайте, классная. Вообще, действительно, скрабирующий эффект. Тело гладкое, красное, если вы видите. Вот только вылезла из душа. Красное. То есть, вообще, супер. Она действительно такая достаточно жесткая. То есть, для тех, кто любит хорошо шлифануться, хотел сказать, отскрабироваться, да, кожа прям гладенькая, классная, вообще все супер. Такое достаточно жесткое скрабирование, все нормально. Вот я такие вещи люблю, поэтому очень прям рекомендую. Тело гладенькое, прям гладенькое, красное, то есть такой эффект прям хороший. Целлюлит немножко разогнали, да, кровь потекла по венам. С гелем для душа
Марокко принимала душ. Артикул 1728, он с красным апельсином. Это такой свеженький грейпфрутик, летний аромат, очень классный. В обзоре заказа я вам говорила, обалденный, одно удовольствие. Мне не очень понравился зелененький с кокосиком 1729, потому что здесь чисто кокос, и больше ничего я не чувствую. А вот с красным апельсином, да, получается, очень понравился. Ну все, выжидаем время краски, и дальше будем тестировать крем. Смыла краску, очистила кожу, протонизировала. Видите, видно еще пигментные пятна. Но они уже не так выражены, как были до этого. Давайте с вами пробовать теперь Доктор Кор. Новиночку, да, крем против пигментации для лица и рук. Артикул его, так, 0587. Погнали. Тюбик мы с вами уже открывали в предыдущем видео. Он у нас был запечатан. Почти нет никакой отдушки, девчонки. Консистенция такая легенькая, но сейчас посмотрим, как на коже поведет себя. Много прям даже нанесла, на самом деле. Нет, слушайте, она питательная. Она питательная, то есть крем пока ощущается на лице. Впитывается не быстро. Даже не знаю, как насчет, подойдет ли жирной коже, потому что пока я его чувствую на лице. Еле-еле уловимая отдушка на свои пигментные пятна получше. Прям вот так. Но все равно нужно, конечно, время, чтобы понять, работает он с пигментацией или нет. Но посмотрим, посмотрим. Тоже потом пост в Инстаграм напишу, тогда ее в обзоре каталога в следующий раз вам расскажу. Происходит что-нибудь или нет. То есть он еще не впитался. Но я нанесла такое приличное количество, мне еще на декольте и на шею хватило прям. Нет, еще не впитался пока, но жирной пленки нет. То есть такое хорошее-хорошее увлажнение и даже питание. Да, а что они нам обещают? Комбинация натуральных активных веществ с высокой биодоступностью способствует осветлению пигментных пятен как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи. То если это так, это супер. Способствует восстановлению кожи, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в коже, клеточное обновление, усиливает барьерную функцию. Но так как этот крем у нас антивозрастной, да, для такой возрастной группы девочек, скажем так, он, да, он такой питательный, вот начинает впитываться, и кожа очень такая мягенькая, нежная. Знаете, вот по питанию, увлажнению похож на гордельку в баночке. Так как у меня кожа сейчас нормальная, мне нормально, но мне кажется, жирной кожи. Потому что есть тут легкий блеск, немножко, видите? Но начинает впитываться, и в принципе нет. Все нормально, липкости ничего никакой нет, довольно комфортно. Довольно комфортно. Я буду применять на утренней, на вечерней основе, чтобы побыстрее увидеть результат. Посмотрим. Пока мне нравится, моей коже комфортно, нормальной. Да? Она мне сейчас не жирная, не сухая, не комбинированная, она мне сейчас нормальная. Мне комфортно. Жирной может быть не очень. Вот так, девчонки. Ладно, результат покрашивания. Покраски я вам покажу завтра. Ножки намазала универсальным кремом с аргинином артикул 1279. Как-то хорошо, легко. Еще сейчас на ночь намажу спину, потому что спина тоже отваливается. И вам уже завтра тогда расскажу. Завтра еще раз, может быть, воспользуюсь и расскажу вам достоверный результат. Действительно, не снимает какие-то болевые ощущения. Потому что, по-моему, здесь заявлено. Это легкие массирующие движения, несите большое количество крема на проблемный участок кожи. В общем, говорят, что боль снимает как бы тоже, ну, боли в суставах. Посмотрим. Боли в спине. Вот, а ножкам пока хорошо. Прям хорошо, понравилось, очень здорово. Впитывается тоже хорошо. Так, ну все. Для меня пройдет ночь, для вас одна секунда. Всем доброе утро. Сегодня будем с вами, девчонки, тестировать крем для волос и лак. Чтобы вы понимали масштабы бедствия, я легла вчера спать с мокрой головой. И крем разглаживающий у нас, вот мы как раз его попробуем, разгладит он нам структуру или нет, хоть чуть-чуть. Потому что, нет, ну еще более-менее. Сейчас будем завтракать, кофе Фаберлик, каша Фаберлик. Налила кипяточку, сейчас она запаривается, потом покажу. Вот она каша, кстати, очень быстро заварилась кипяточком, не надо ее варить вообще. Это гречневая, с яблоком и корицей, здесь много, очень кусочков яблочка. Сейчас скажу вам, как вкус. Ой, она не требует даже подсластителей никаких, она сладенькая, действительно, яблоко, действительно, корица. И вот именно сама гречка, она как-то не чувствуется. Очень вкусная, достойная каша. Можно молоком, кстати, заливать, ну, скипятить, залить. Можно варить на молоке.
будет тоже обалденно. И вот я просто залила кипятком, вообще супер. Так что еще раз кашу рекомендую. Артикул ее вот 161.14. Правда вкусная. Ну что, девчонки, вот как бы цвет волос. В принципе, более-менее ровненько. Да, при естественном освещении вам показываю. Ну, кончики посветлее. Ну ладно, в следующий раз будем с вами брать две упаковки. Так, что сейчас будем делать? Я в купальнике, такая, мы сейчас на пруд едем. Крем. Крем для волос из новой линейки. Он у нас разглаживающий, все будет гладко написано. Создан, чтобы даже при высокой влажности пряди не пушились и оставались гладкими. Усилить блеск и сделать волосы невероятно шелковистыми, нет проблем. Артикул 2704, я сейчас наношу на волосы. Ну, вот столько, девчонки. Одушка приятная. Распределяю по рукам. Ну и погнали вот так. У меня крем, именно крем для волос, есть только от Ифраше. Он со своей задачей справляется вполне. Сейчас посмотрим, как этот. Руки липкие какие-то становятся. Еще немножко на кончики добавлю. Потому что ложиться с мокрой головой спать — это не айс. Что касается крема Доктор Кур, я его сейчас и на день, девчонки, нанесла. Он просто долго впитывается. Вот его единственный минус — долго, минут 10. Когда он впитывается, кожа очень мягкая, нет никакого блеска, как вы видите, да? Все достойно, все нормально. И на ночь я его наносила, и с утра кожа моя как бы, ну, довольна. Довольна, действительно довольна. То есть уход такой неплохой, увлажняющий. И сейчас вот он у меня на лице. Не скажу, что за ночь пигментные пятна пропали, будем тестировать дальше. Сейчас вот такой расчесочкой мы с вами расчешемся и потом будем укладываться лаком. Слушайте, ну что могу сказать? Да, вот здесь вот на корнях убрал пушистость сразу. Убрал, и пока нет никакого эффекта утяжеления. То есть от Ифраше он немножко есть. Если бы я его нанесла на корни, они бы как-то прилизались, да, и эффект утяжеления был. Здесь, в принципе, все нормально. То есть объем на волосах сохранился. Пушистость. Ну, не совсем. Нет, они все равно, видите, пушатся. Но не так, как до. Блестеть они и так у меня до этого блестели, только покрасилась, да? Но, в принципе, да, немножко разгладилась, мне кажется, да? Разгладилась. Прочешем еще как следует. Не, ну ничего, пока ничего, девчонки. Я буду дальше пробовать. Пока, в принципе, вполне себе нормальненько. Нормально, да. Так, сейчас сделаем легкую укладочку ежедневную мою. Я делаю пробор. Будем с вами тестировать лак, насколько он действительно сильный фиксации. Артикул 2707. Мне кажется, прошлый баллон был меньше. Мне так кажется, по крайней мере. Что я делаю? Я поднимаю прядь. Вот такой расческой специально, это мне моя соседка подарила. Это расческа специальная для начеса, она не дерет волосы. Поднимаю прядку и вот так слегка начесываю и залачиваю. Распыляет нормально, на волосах пока виден. Сейчас посмотрим. И вот так вот пару прядочек с этой стороны, пару с этой, пару сзади. Вот как бы моя ежедневная укладка готова. Мне обычно муж в такой ситуации говорит: иди так, тебе так очень хорошо. Опускаем прядки на место и этой же расческой, потому что она не вычесывает. Слушайте, лак видно на волосах чуть-чуть. Потому что она не вычесывает до конца начес. Этой же расческой мы с вами расчесываемся. Другая расческа, она будет вычесывать начес, а это она как бы приглаживает, что ли. Но пока еще не высох на волосах. Слушайте, ну пока фиксирует. Пока как бы да. Я поношу целый день, потом тоже отзыв вам оставлю. Склеенность волос практически не чувствуется, но она есть все равно, тем не менее. Вот. Ну так вроде ничего. Вот уложилась, пока объем держит, да? Ну тут начес, естественно. Ну, вот так вот, в общем. Вроде ничего, вроде посильнее. Но я буду дальше пробовать, потому что с одного раза, конечно, непонятно. А так пока ничего. Прям такой вот сильной склеенности нету. Тот для меня вообще был как вода. Так, ну вот и все, мои хорошие. Тогда это видео буду заканчивать. Другие новиночки остальные в следующем видео будем с вами тестировать. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.